Всем привет! Да, вот и настал тот долгожданный момент с обзором персонажа. Давно уже просили в комментариях, и я все говорил позже, там 15 миллионов нет. Были как бы и данные, да, то, что в памятнике он уже больше 15 миллионов. Вот в монументе сейчас он 15,7 миллиона. Но это все мощь была разогнанная. То есть на самом деле на данный момент мощь 15,3 миллиона. Есть разгон и на 16,2 миллиона, но он в рейтинге не зафиксирован. Я вам сейчас его покажу. Скриншотом просто покажу. Вот, да. Вот так вот примерно. Это разогнанная мощь. Многие так делают для того, чтобы попасть в какие-то рейтинги. Это был не предел. Можно было делать даже больше. Я думаю, что можно было 16,7 в принципе разогнать. Но просто лень было переставлять там рыцари и остальное. То есть камни, рыцари. Потом тяжело было бы все возвращать назад. Это очень было бы затратно. Так, в принципе, вот начнем обзор персонажа. Персонажа буду делать максимально быстрый обзор. Потому что затягивать, как в прошлые разы, на 20 минут, ну, это реально тягомотина. Смотрим. Значит, что важного здесь? То есть, ХП 58 миллионов, атаки 532 тысячи. Я всегда смотрю атаку по нижнему показателю, не по верхнему. ПДФ 190 тысяч, МДФ 650. Музыкалка последняя, соответственно. Дальше смотрим. А, и 3655 ПВП мощь. Дальше смотрим, у нас крит почти 79, парирование 21, ворот 16, прочки почти 200, ну 195. 84 тысячи смертоносность, плюс урон 1,7 миллиона. Дальше здесь важного, плюс дополнительный, ну плюс дэмэдж в процентный, это доп. Урон. Он 185, иммунитет 143%. Так, что у нас дальше, смотрим в духовном оружии у нас. ХП персонажа в основном, есть один плюс урон 32%, МДФ, и есть прочность основы и крит основы. То есть, кому интересно, тот на паузу, я думаю, поставит и еще раз просмотрит. Так, смотрим дальше, что у нас. Мастер скиллс. Значит, я прокачку озвучивать не буду, но просто покажу быстренько, потому что это займет уйму времени. Я просто каждого по отдельности покажу. Вот Энда. Опять же таки, кому нужно, на паузу нажать можете, либо же замедлить видео. По богине тут один скилл 7 уровня, пока больше недоступно. Так, ПВП кольцо у нас такое вот, да, 200 звезд, значит, и по уровню это 133 уровень. Вот. Трансформа, значит, 56-58 уровень, все статы по трансформе, ага, сейчас уже, к сожалению, нельзя, ну вот, я вам пролистаю вот так вот, чтобы вы посмотрели. Дальше у нас 12 уровень прокачки. Да, это у нас вот атака плюс 10, ПВП атака, ПВП мощь плюс 10 и плюс дэмэдж плюс 20. Следующий еще будет ПВП дэмэдж плюс... А, плюс дэмэдж. А, плюс 30 будет. Значит, что у нас по скиллам? Скиллы максимальные. Все максимум на троечку. Вот то, что по расстановочке. И те скиллы, которые стоят. Да, вот. Они вот в таком порядке стоят. Так, смотрим дальше, что у нас. Книжка, ну вот на данный момент вот так вот прокачана. И драконы вот в таком виде. Пока не сильно. Ну вот, по бонусам. Также. Соответственно, и драконы. Окей, дальше смотрим, что у нас будет дальше. Дальше у нас будут герои. Так, герои мы посмотрим отдельно по левелам. Так, апгрейдом. Да, тренировка максимальная везде. Соответственно, абсолютно везде должна быть максимально, если мне память не изменяет. То есть, в принципе, зря терял время, показывал. Окей, давайте посмотрим шмот. Так. Дальше смотрим. Ну, кому интересно, вот разницу между одним и вторым. И также вот здесь вот. Да, эти бонусы, то есть 3% и 2% от одежды. Также вот здесь вот смотрим по прокачке. Ну и это на рыцарях, 4 рыцаря я показывать не буду. Так, смотрим основные карточки. Да, дерево прокачанное везде, во всех героях в основных максимум. Карточки я также показываю быстренько, пробегаюсь, потому что реально мы в прошлом обзоре очень много потратили времени на эти карточки. Поэтому это все будет максимально быстро. Вот, то есть каких-то очень крутых карточек вообще, считайте, нет, то есть их очень мало.
Все карточки такие серебряные максимум, даже он 48 обычный, вот опять серебряная, но ни о чем. Вот обычная 45-я карточка, а вот серебряная, ну тут крит. Так, смотрим Векза. Ну вот золотая. Ну тоже сказать так, чтобы она прям мега крутая, я бы не сказал. Так, серебро, вот обычная, видите, 39 грейд. Ну, в принципе, вот те карточки, которые на данный момент вот есть. Смотрим дальше по героям. Значит, в размещении Верданди. Так, сокровища, в принципе, вот все смотрите. Я быстренько буду показывать. Да, основные статы вот. Так, Энда. Основные статы Энда. Опять же, кому нужно, поставите на паузу, потому что реально в прошлый раз мы очень сильно затянули. Ну, в Энда я покажу сокровища. Тоже, опять-таки, я быстренько показываю, потому что теряем время. Теряем время. Нужно его экономить. Так, смотрим Экза. Да, здесь все сокровища максимально прокачаны в звездах и в уровнях. Так, вот статы Экза. Так, и смотрим сокровища опять же. Быстренько мельком пробегаемся по сокровищам. Так. Дальше что у нас? Рыцари. Рыцари. Здесь все-таки светит, что одного рыцаря можно поменять. Он как судьба идет к Верданди, но он будет... ни одного, два даже. Да. Шандала и Хейд. Три... Короче, судьбой немножко мы накрутили. Почему? Потому что есть десятые герои, да, вот такие вот, как, например, вот, Хела плюс 10. Она дает больше бонус, нежели там даст просто рыцарь. Либо же вот Верданди плюс 10. Также вот есть Бахамут плюс 10 и Один плюс 9. Нет смысла их менять. Давайте смотрим, что у нас быстренько здесь по рыцарям. Какие бонусы есть и какие сокровища у них стоят. Опять-таки, я зацикливаться особо не буду на этом. Я быстренько проклацываю. Есть для просмотра пауза. Вот. Дальше смотрим, что у нас. Да, смотрим охрану. Охрана вот плюс дэмидж смерть, плюс дэмидж смерть. И смерть и парирование. Дальше смотрим у нас... Охрана по тьме у нас везде одинаковая. Это прочность и крит. Звезды везде стоят одинаковые. Все на атаку максимально. Дальше по рункам. Опять-таки смотрим быстренько. Потому что сильно зацикливаться и перечитывать все абсолютно статы, как я и говорил, нет смысла. Ну здесь вот в сердцах, для того чтобы немножко шанс был выжить. Просто комплект сердец перекинули с прошлого теста, да. Здесь руны, как эти, рубинчики, персеверансы, для того, чтобы выдержать больше атак. Видите, прочка, 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 основным статом прочка в процентах, прочка в процентах и прочка. То есть максимально выгоняем на прочку. Здесь щиты, прочка, ПДФ, прочка. Ну, также в идеале здесь выгнать все на прочку, но не всегда есть руны прочности, даже с учетом того, что персонаж как бы не только-только начался, ну, то есть уже персонажу много времени, и то есть можно было бы собрать, но тем не менее все равно нет таких комплектов. Дальше по рыцарям я рунки показывать конкретно не буду, я просто покажу, пробегусь вот то, что есть, эти даже не точные руны. Есть, конечно, комплектами точными, плюс 15, вот опять плюс 15 комплект точный. Вот. Дальше смотрим, что у нас. Здесь, естественно, максимально. А, вот по статам. Смотрим. Максимально статы вылавливались на крит. В основном это 2-3 крита. В каждой шмотке. Вот 4 даже крита, 5-3. Ну и здесь 2. Так, дальше смотрим по зачарованию. Это плюс урон и хп. Все на плюс урон и хп. ПВП шмот, вот у нас есть ПВП шмот, который в основной точится это на атаку, эти два не точатся. Красного второго, к сожалению, мы пока еще не собрали. Да, вот музыкалка максимальная полностью. Там, ну, в принципе, нечего показывать.
Так, PvP-шмот я заговорил и забыл показать. Смотрите, здесь уже PvP-шмот. Трижды был прорыв, да, и здесь у нас уже 6% шанс увеличить шанс крит-атаки на 15% на 8 секунд. Это я ради... Здесь у нас опять крит-шанс на 1% на 15% повысить. И здесь также шанс 1% повысить на 15%. Это первый прорыв, то есть первого даже прорыва нет. А вот здесь уже 3 прорыва, поэтому вот такой вот результат. Так, смотрим дальше. Богини. Я не знаю, отдельно. Ну, давайте я быстренько отдельно покажу вам богинь. Да, вот. Опять-таки, ребята, пауза, великая сила. Кому нужно, нажимайте, посмотрите. Потому что, ну, реально очень сильно затягивается время. И мне потом говорят, что типа в пустоту. Поэтому вот такие вот есть богини. Значит. Вот. Самого интересного, да? На основе у нас две мелодии F, одна обычная, 2 плюс 10 и обычная 11. Так, смотрим по общим статам. Крит плюс 22 900 примерно, суммарный. Парирование 3500, хп 165 тысяч, плюс урон 12,5. Прочность, сколько это у нас, 7850 примерно. И атака почти 12. Минус урон 6000. В секретном слоте у нас 2 фреи стоит. Ну, кстати, здесь 2 секретных слота открыты. Если открыть еще третий слот, то будет богиня давать плюс 50% криту, плюс 50% прочности и плюс 75% к атаке. Я думаю, что если открыть все 4, то просто будет каждый стат по 75% давать. Так, дальше смотрим. Здесь у нас вот что. Да. И сорт артефактов на PvP. Здесь, кстати, вот фараона комплект. Здесь сет артефакт МП, артефакт я отдельно покажу, опять же. Так, смотрим, что у нас Венда. Венда также у нас есть богини на прочность, на крит и на атаку. Дополнительного слота не открыто. И Векза у нас богини на парирование и хп. Да, немножко есть прочности. Так, в секретном слоте еще богини на уворот. Так, смотрим по артефактам. Давайте основу быстренько. Все артефакты. Дальше здесь вот. Здесь комплект артефактов переточены на фейк мощи. То есть можно ставить и Одина, и Сарацина на хп, который мощь просто будет давать. Вот так проточены артефакты Венда. В принципе, мне больше нравится вот эта вот проточка. Но сказали, что не сильно актуально. Типа теряем бонусы от уворота парирования плюс урона. Хотя вот для меня Венда вот это идеальная прокачка для упыря. Так, и смотрим прокачку в Экзо. Экзо также можно ставить два комплекта. Можно ставить на ХП и можно ставить на ПВП. Сейчас стоят в данный момент на ПВП. В разных билдах ставятся разные артефакты. Так, дальше. Что по коням? Ну, в принципе, я не знаю, перечислять коней не нужно. Я, может, отдельное видео покажу, что есть по коням. Так, вот по камни. Так, дальше. Ну, здесь максимально понятно. Здесь рейтинг. Первое место, соответственно. Так, что еще? Камни. О, с камнями тут будет долго. В принципе, я просто покажу, какие камни. Вот, вот, просто показываю. Дальше конь. Так, другие. Смотрим. С доп-слотами показываю. Так, это размещение у нас. Это у нас Энда. Это у нас Экзо. Благословение везде максимально, поэтому не спрашивайте, почему не показывал. Везде, вот, где видите камень 8, значит там максимально проточено. Если там 10, значит максимально. Ну и, соответственно, вот в драконах. В снаряжении дракона вот такие вот у нас камни. Так, дальше смотрим драконы. Значит, да, я вот так вот быстренько покажу. Какие у нас. Так, дальше. Ну, понятно, что гербы максимальные. Видно, что где активировано. Да. Гербы абсолютно максимальные. Все на 20 проточены полностью. То есть везде максимально проточены. Так, смотрим навыки. Быстренько показываю. Реально мы уже опять выскочили из хронометража в 10 минут. То, что я хотел. Но я не могу вам все не показать. Потом будете меня в комментариях пилить. А где то, где это? Почему не показал?
Так что смотрите, показываю абсолютно все. Так. Так, вот такие у нас есть, да, спиды. Вот такой прирост. Вот такая общая мощь прирост также. Общая мощь. И вот последний. Есть еще на замену еще 3 спида, но они пока не актуальны. То есть мы их пока не используем в данном билде. Так. Что у нас еще есть? Так, есть вот здесь гены. То, что я в прошлый раз забыл показать. Вот, в принципе, имеем такие гены. Все гены мутированные. Да, есть вот и на хп, и на смерть статы. Есть просто плюс урон. Хп опять-таки. А вот и здесь хп есть. Плюс урон. Основная цель была хп и плюс урон на генах выцепить. Вот смотрим здесь. Опять плюс урон. Ну, это маленькие, после того, как сделали обновление на то, что можно докупать гены по актуальным ценам, то вот немножко еще новых свежих генов. Не все используются, это вот новые, основные, вот те, которые 600 уровень, все в максимальном уровне и еще протачиваются. Дальше, что у нас еще есть? Здесь у нас есть зодиак, да, вот он прокачан на максимум. Это вот те вот статы, которые максимально зодиак дает. Здесь PvP мощь, там она вся вверху записана, да? Так, ну, вроде все. Вроде все показал. Ребят, если что, пишите комментарии. Может, что-то не показал. Может, что-то нужно еще показать. Я не знаю. А, титулы могу показать, извините. Видите, вот еще что вспомнил. Вот титулы, которые активированы. Да. А еще... А, где этот Golden? Это все титулы, которые есть. А, вот нижний, видите, да? Плюс damage, плюс 5%. Golden Freedom Medal. Это от... от альянса, от тотема. Да, вот. Вот то, что мы имеем в тотеме. Так. Значит, вроде как все показал. Опять же, если что-то не показал, пишите в комментарии. Если что-то есть, какие-то идеи у вас по типу обзоров, как показать в следующий раз, что именно показать. Также пишите в комментарии. Еще пишите, нужен ли вам обзор конкретно, какие есть на этом персонаже ездовые животные, либо всех ездовых, а также там снаряжение и тому подобное. Если интересно, то пишите. Буду рад, если сниму отдельно. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.